Дякую. Шановні друзі, я хочу перш за все подякувати всіх спортсменів, які сьогодні прийняли участь в ралі «Чумацький шлях». Ми будемо і надалі розвивати це свято автомобільне. І я думаю, що в наступному році ми організуємо більш серйозну організаційну основу створимо. І зараз ми хочемо перепросити у спортсменів, якщо були якісь незручності, пов'язані з проведенням ралі. Велика подяка, поздравляю всіх з завершенням ралі «Чумацький шлях». Поздравляю всіх учасників, всіх Херсонського ралі. Дякую, шановні друзі. Мы представим всех участников, которые финишировали на ралли «Чумацкий шлях» в обратном порядке. То есть самые лучшие будут у нас под занавес нашего награждения. Будем вручать кубки, которые заслужили, и победитель ралли у нас получит кубок за победу в абсолютном зачете. После этого мы пригласим на наш подиум команды, которые заняли первое, второе, третье место, и вручим награды за командные победы. Итак, начинаем наше награждение. Просим освободить подиум. Подиум экипаж из Киева, Олег Шалаев, Станислав Коцюбан. Ребята заняли... Станислав Коцюбан, экипаж, который занял второе место в классе 2000 в зачете Херсонского раллийного кубка. Экипаж получает свои кубки, шампанское призовое, и мы поздравляем экипаж, который... Херсонского кубка. Приглашаем на подиум Вадима Снегурова и Дениса Кирсаня. Это экипаж Днепропетровска, который занял первое место в чемпионате Украины в классе 1400 и первое место в этом же классе, в классе 1400. После них просим Евгений Степаненко и Виталий Посредников. Вадим Снегуров, Денис Кирсань. Благодарим участников за участие в ралли «Чумацкий шлях». Провожаем экипаж из Днепропетровска. Вадим Снегуров, Денис Кирсань. И ждем на подиуме следующий экипаж из Днепропетровска. Евгений Степаненко, Виталий Масвинников, которые заняли второе место в чемпионате в классе.
Просим подготовиться экипаж Антон Корзун, Циро Дмитрий, номер 16. Если экипаж есть на нашем подиуме, экипаж проехал ралли, всю дистанцию за участие в ралли. Провожаем экипаж 29, Евгений Степаненко, Виталий Масленников. И хотим поблагодарить за участие экипаж Антон Коржин, Дмитрий Цыра. Экипаж, который удачно финишировал, прошел всю дистанцию ралли. На этот раз пока без призов, но все впереди. Если Херсон принимает, то будем ждать еще раз. Удачи, ребята! Юрий Бунчук. Они заняли третье место в классе 1600 в зачете Херсонского раллийного кубка. Просим подготовиться к экипажу 27. Федор Андрющенко, Юрий Бунчук. Третье место в классе 1600 за счет Херсонского кубка. Сейчас кубки доставляют. Мы пока еще раз напомним, что Роман Козин и Сергей Иванцович заняли первое место в чемпионате Украины в классе 2000. И кубки и шампанское. Просим подготовиться экипаж номер 28. Итак, экипаж Георгий Багаткин, Анна Наточина, Одесса, команда Багаткин ралли. Второе место в классе 1600 Херсонского кубка. Уважаемый экипаж Багаткин Георгий Анатольевна, и ждем на нашем подиуме 28-й стартовый номер Геннадий Ефимов, Игорь Алисаев, Одесса.
голоси! Просим подготовиться экипаж из Черкас, КПРС Павло, да, если он есть и уехал. И следующий Юрий Касим. Юрий Касим, 37-й стартовый номер, и Виктор Еремин. Если есть экипаж Юрий Касим, Виктор Еремин, просим к нашей арке. Просим также подготовиться 10-й стартовый номер. Дмитрий Николаенко, Юрий Панасенко. Поприветствуем одесситов! Азы, ребята, приезжайте к нам почаще! И это уже достижение. Юрий Касим, Волгоград. Виктор Еремин, Одесса. Приветствуем экипаж на ралли «Чуматский шлях». Благодарим за участие. Следующий экипаж Дмитрий Николаенко и Юрий Панасенко, который занял третье место в классе 3500 в чемпионате Украины и в Тифлонском раллийном кубке. Дмитрий Николаенко, Юрий Панасенко, Харьков. Место в классе 3500. Наш экипаж из Харькова Дмитрий Николаенко и Юрий Панасенко. И сейчас приглашаем на наш подиум экипаж из Одессы Никитюк Николай и Федоренко Дмитро. Дмитрий. Николай Никитюк, Дмитрий Федоренко, город Одесса. С финишем, ребята, на ралли «Чуматский шлях». Поздравляем с юбилеем и желаем ему еще столько же. Еще столько же. Приглашаем на наш подиум еще один экипаж из Одессы. Дмитрий Резник, Киор Старчак. Второе место в классе 3500. Так и в Херсонском раллийном кубке. Еще раз поздравляем Дмитрия Резникова.
Резника Игоря Старчака. Второе место в классе 3500. И до новых встреч на херсонских трассах. Просим подняться на наш подиум экипаж номер 9. Алексей Сайфутдинов, Виктор Артемов из Одессы. Так, зрители, помогаем, помогаем, налетели. Готовимся к награждению. Итак, с разгоном. Есть финиш, товарищ, у вас пишет. Виктор Артемов, город Одесса. Теперь помогаем, помогаем еще, помогаем. Помогаем. Разгона. Итак, Станислав Брус, один. Просим подготовиться 19-й стартовый номер. Экипаж Станислава Прус, Станислав Прус и Михаил Горшков из Одессы, команда Одесса Ралли Тим. И ждем на нашем подиуме 19-й стартовый номер. Юрий Хамицкий, Андрей Бондар. Просим подготовиться Дмитрий Тананевич и Олег Себов. Третье место в классе У4000. Сейчас мы приглашаем на наш подиум Дмитрия Тананевича. Готовится к награждению 12-й стартовый номер Владимир Петренко, Дмитрий Андрющенко, город Киев, которые финишировали на первом месте в классе У4000 как в зачете чемпионата, так и в зачете херсонского кубка. Приглашаем Владимир Петренко, Дмитрий Андрющенко, Киев.
мастер-класі 4 тисячі. Приглашаємо на наш, проважаємо екіпаж і приглашаємо на наш подіум екіпаж із Києва. Борис Ганжа, Сергій Потєйко, Дніпропетровськ. Екіпаж зайняв 3 місце в класі N4. Экипаж скромный, поэтому вручили кубки, шампанское, они сами дома отпраздновали. Спасибо за участие. И, наконец, мы переходим к награждению тех, кто финишировал тройки абсолюта. Итак, Николай Шмык, Александр Вельчинский, 3 место в абсолютном зачете, 3 место в классе М4 чемпионата, 2 место в классе М4. Абсолютном зачете и второе место в классе М4 экипаж Юрий Шаповалов, Любомир Шумаков. Юрий Шаповалов, Любомир Шумаков, 2 место на ралли «Чуманский шлях» в абсолютном зачете. И сейчас мы приглашаем абсолютных победителей ралли «Чуманский шлях» 2014 года. Евгений Червоненко, экипаж из Киева. Поприветствуем еще экипаж, поприветствуем Евгения Червоненко, который всегда занимал лидирующие позиции. Это было в политике, это всегда было впереди. Я чувствую, друзья, мы его еще увидим на первых местах не только на ралли, а и в политике. Успехов вашему экипажу! Уважаемые друзья, еще раз, Александр Салюк.
сейчас я попрошу подняться на подиум три команды, которые заняли первое, второе, третье место в зачете. Это стоят на подиуме команды, которые заняли первое, второе, третье место в зачете Кентовского кубка. А сейчас я попрошу остаться на подиуме Одесса Ралли Тим, остаться 77 Ралли Тим и добавится команда Хада Моторспорт, и мы наградим команды за первое, второе и третье место в зачете чемпионата Украины. Первое место. Одесса Ралли Тим. Второе место. 77 Ралли Тим. Третье место. Хада Моторспорт. Поздравляем команды, участвующих в ралли «Чуманский шлях». На этом 21-е ралли «Чуманский шлях» завершилось. Большое всем спасибо. До новых встреч на спортивных трассах, как болельщиков, так и гонщиков.